Итак, что же нам нужно сделать, чтобы добавить текст? Выбрать инструмент Type Tool. Вот он у нас на панели инструментов, в самом низу. Выбираем его и выбираем область, в которой нужно создать текст с помощью курсора. И уже можем вот в этой области вводить абсолютно любое количество текста. Можно его выделить с помощью курсора или комбинации Ctrl плюс A. И далее уже на панели Effect Control меняем нужные нам параметры. Чтобы увеличить его, можно придвинуть вот этот ползунок. Он сразу увеличивает или уменьшает размер текста. Также здесь же можно поменять шрифт. Это основные настройки. Выбираем любой шрифт, который у вас имеет. У меня тут немного побольше. Возможно, будут только стандартные шрифты. Итак, мы создали нужный нам текст. Можем его также перемещать с помощью вот этих вот параметров. Наводим на нужный параметр и перемещаем влево-вправо с помощью мыши. Это горизонтальное перемещение, это вертикальное. Это размер. Также можно уменьшить или увеличить. Самое главное, не забыть потом включить видеодорожку. Дальше второй способ с помощью комбинации Ctrl плюс T. Нажимаем Ctrl плюс T, и у нас сразу же появляется точно так же на таймлайне. И вот здесь уже готовый текст, который мы можем выделить и точно так же с ним работать. Это самый быстрый способ, и точно те же настройки можно применить и к этому тексту. Ну а о подробной настройке текстовых параметров и других эффектов будет в другом дополнительном видео. Спасибо за просмотр, поддержите видео лайком, напишите пару комментариев, ну и задавайте вопросы в комментариях, постараюсь на них ответить. Спасибо за просмотр.